Оперативное совещание главы Ленинского городского округа началось традиционно с докладов сотрудников единой диспетчерской службы МЧС и полиции. Далее заместитель главного врача Видновской районной клинической больницы Тимур Асанов проинформировал собравшихся о работе учреждений здравоохранения в муниципалитете. Стационарная работа состоит 560 пациентов. На минувшей неделе состоялось открытие и запуск работы модуля диспансеризации. За неделю там смогли проверить свое здоровье уже 500 человек. В единый день диспансеризации прошел 1 апреля. На базе Видновской больницы в стационаре проведена научно-практическая конференция с международным участием. На встрече особое внимание было уделено работе управляющих компаний. Руководители организации рассказали о проблемах на своих участках. В частности, об отключении электричества, несвоевременном вывозе мусора и недостатке контейнеров. Представители коммунальных служб доложили, что сейчас приводят в порядок общественные территории и дороги после зимы и готовятся к весенне-летнему периоду. Завершаем переоборудование парка спецтехники для содержания в летний период. Продолжаем заниматься ямочным ремонтом. В прошлую неделю заделали 167 ям, 275 квадратных метров. Почти 70 обращений граждан, поступивших на добродело за прошедший период, касались вопросов благоустройства. Назовем это причесывание территории. Действительно, снег ушел благодаря температуре, благодаря дождю. Вытаило очень много всяких неприглядных вещей. И добродел показывает, что львиная доля жалоб – это именно на красоту окружающего нас с вами мира. 1 апреля в округе стартовал месячник благоустройства. Некоторые предприятия уже провели первые субботники. В завершении встречи Алексей Спасский призвал присоединиться к мероприятиям по наведению чистоты все организации округа. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.